Всем привет! Вы на канале Галаэс. Показываю вам свои петунии, которые купила в садовом центре сегодня. Да, вот решила накупить петунии себе. На следующий сезон буду сажать их. Покажу видео, как они у меня будут. А на рассаду я их высажу. Покажу видео, как буду высаживать на рассаду. Вот купили такие кассеты мы еще с торфяными таблетками. Вот наборчик из 12 таблеток. Диаметр 41 миллиметр. Вот такая большая таблеточка. Видно? Вот. И я, наверное, гранулки по 2-3 буду в такую торфяную таблеточку, чтобы кустик такой был плотный, набитый. Я так-то петуни не развожу, но нравится петуни, поэтому тоже буду сажать себе на рассаду. Потом будет видео, как они у меня в этих кассетах прорастают. Это как мини-тепличка. Купила несколько упаковок таких. Так, ну давайте покажу теперь, какие же я купила петуни. Вот петуния Гранди Флора Призма Рандеву. В этом году она у меня росла на клумбе. Очень красивая, бархатная, темно-фиолетовая. Но почему-то на камере у меня она была темно-синяя. Красивая очень петуния. Мне так она понравилась. И на солнце не выцветает, и в дождь она себя хорошо вела. Засухоустойчивая. Можете видео посмотреть у меня про эту петунию. Я оставлю ссылку где-то с правой стороны. Можете пойти по ссылке перейти, видео посмотреть. Это невысокая крупноцветковая форма петуни. Значит, кустик высотой 25-30 сантиметров. Диаметр цветка 8-10 сантиметров. Цветет с июля по сентябрь. Можно сажать как на клумбу, так же и в вазоны. Можно на балкон сажать. Корзиночки подвесные. В общем, цветолюбивое растение, засухоустойчивое, хорошо растет на любых питательных почвах. На рассаду я буду петуни сажать в феврале, так что будет видео о посадке петуни. Вот, смотрите мои видео. Так, следующая петуния у меня красавица такая, фиолетовый леопард. Это невысокая, 30-35 сантиметров, красивые расцветки, такие красивые капли, белые штрихи. Цветок диаметром 6-7 сантиметров, уникальный гибрид новейшей серии, создает праздничное настроение. Да, вот эти скрапления, белые пятнышки, сочетается с яркой окраской цветка. А, кстати, у нее приятный нежный аромат будет. Вот такая красота. Следующие петуни я не удержалась, купила две такие окраски. Одна фиолетовая, другая ярко-розовая. Смотрите, какие красивые цветочки на картинке. Хочу такие же, только на клумбе. Так, это петуния Мини Флора Магнит. Одна вот эта фиолетовая, другая ярко-розовая. Что здесь пишут? Высота куста 20-25 сантиметров. Цветение обильное, продолжительное. Цветки диаметром маленькие такие, вот 4-5 сантиметров. Вот. С самого ранней весны она начинает цвести и до холодов. В общем, красота. Посмотрим, как она у меня. Я буду высаживать на клумбу и еще на вазон напольный. Посмотрим, как она будет смотреться. Очень хочу посмотреть, как эта мини-флора. Такие маленькие. Она густая, пышная. Петунья будет. Посмотрим, как на солнце она будет себя вести еще. Так, все, будем смотреть, насколько выносливы эти петуни. Вот это серия люкс, петуния махровая, дивный сорт. Это смесь, вот видите, фиолетовые, розовые. Высота куста 25-35 сантиметров, диаметр куста 30 сантиметров. Диаметр цветка 9-10 сантиметров, цветы синие, фиолетовые и розовые, крупные. Цветение обильное с июня по сентябрь. Растение цветолюбивое, засухоустойчивое, хорошо растет на любых питательных почвах, ну, как у всех. Так, и вот это еще у меня петунья превосходнейшая, тоже смесь цветков, смотрите какие. А, тут еще смесь сортов, значит, еще и сорта будут разные. Тоже серия люкс,
Вот как. Это поиск, агрохолдинг поиск. Представляет такую серию люкс. Посмотрим, что тут у нас за петунии будет. Такие красотки. Восхитительная смесь сортов с махровыми и простыми гигантскими цветами. Диаметр цветка будет достигать где-то 16 сантиметров. Так, растение мощное, высотой 40-45 сантиметров. Слабо ветвящиеся. Но цветок будет волнистый, бахромчатые края. Зев цветка красиво желкован. Цветение с июня до сильных осенних заморозков. Вот такая красота меня ожидает. В общем, вот эти упаковочки, там количество семян. Вот тут 10. Здесь у нас тоже 10 штук в капсулах. Кстати, давайте разрежем, посмотрим, что там за упаковочка. Что-то я не... Еще раз. Ага. Вот такая упаковочка. Тут такая капсула. А, вот она. Видно? Давайте поближе. О, тут они, вот эти гранулки, тут по 10 штук в вот таких капсулах. Видно? Вот она. Гранулка такая. Вот в таких капсулах петуни продают. Иногда схожесть такая слабая у петуни бывает. Так что я набрала по несколько разных сортов. Буду их проращивать и показывать вам видео, как они у меня растут. На этом я свое видео заканчиваю. Если вам понравились петунии сорта и мое видео, можете поставить пальчик вверх. Всем всего доброго, до новых встреч, пока!